Добрый день. Меня зовут Халилов Алишер Рашидович, я являюсь гражданином Российской Федерации. Ко мне приехал брат двоюродный, хочу его зарегистрировать. Мне сегодня было отказано, значит, в регистрации гражданина, который прибыл мне из другой страны. Мотивирую это тем, что, значит, не предоставлен оригинал миграционной карты и цветная ксерокопия. Вот. И я по просьбе операторов, значит, привез с собой, вот, значит, оригиналы документов. Сейчас попробуем зайти и еще раз зарегистрироваться. Это, значит, начальник. И вот, собственно, операторша, которая мне, значит, отказала в регистрации гостя. Значит, еще раз напоминаю, сегодня 20 апреля 2012 года. Я нахожусь в Малаховке, почтовом отделении Малаховка 3. Попробуем еще раз зарегистрироваться. Да еще, меня обвиняют в том, что я выражался нецензурной бранью. Оригинал паспорта. Миграционная карта оригинал. Добрый день, девушка. Примите, пожалуйста, уведомление. Да, пожалуйста. Вот, передаю оригинал паспорта и миграционный карт. У вас вопросов нет? Нет. Это оригинал? Это оригинал. Там все читается? В оригинале, да. Отлично. Представьтесь, пожалуйста, фамилия, имя, отчество ваше. А я не собираюсь. Вот, значит, сотрудница мне отказывается. Да вот. Представиться? Не видите. А я не вижу. Она будет представить? Я не вижу, у меня плохой зрение. Я не буду представляться, потому что вы не имеете. Она не будет представляться. Все, отлично, хорошо. Это видео я пришлю вашему руководству, там пусть разбирают. Да, и вы еще запишите, как вы там матом садитесь. Да, да, да. Вот клевета, пожалуйста. Клевета? Пожалуйста, да. И это со стороны сотрудников госучреждений. Сейчас приедет милиция. Отлично, да. Отлично. Ждем милицию. Я подожду милицию. Я зарегистрирую и подожду милицию. Да, пожалуйста. Обязательно. Матом забил. Нет, обязательно. Арлов, там 9 почтальонов, они все. Представьте для начала. Орлов Татьяна Алексеевна, начальник отделения связи. А в чем вы меня обвиняете? В чем вы меня обвиняете? Как вы Машину ругались. Отлично. И все здесь работают. Очень хорошо. Очень хорошо. У вас очень дружный коллектив. Я вас поздравляю. Но я надеюсь, ваше руководство возьмет это на заметку. Пожалуйста. Очень хорошо. Татьяна Алексеевна, вот он стоит передо мной, меня снимает. Мобился на оператора. В чем свет стоит? Приехала регистрировать без подлинников, документов. Здесь цветной ксерокопии, укажите правильно. Вы же цветной ксерокопии требовали, где читается все. Да. В каком месте она? Спасибо. Вот я хотел вас спросить. Вот я вам тоже говорю. Вы говорите ксерокопии цветная, да, в каком месте? Вы же у меня потребовали. Ну что такое? Это что за поведение? Это что за поведение такое? Вы не имеете права, если у вас, я вас не буду. Отлично. Пожалуйста. Вы отказываетесь? Я отказываюсь принимать. Я оставляю у вас документы и ухожу. Уходите. До свидания. До свидания. Значит, я надеюсь, ваше руководство возьмет это на заметку. Из-за того, что вы такой мудак, отлично. Оно отлично. Возьмет. Отлично. Отлично. А я вас снимаю. Ну что? Дождемся сейчас полицию, посмотрим. Давайте, давайте, давайте. Давайте, девушка, давайте. Давайте. Иди сюда, иди. Что такое? Давай, давай, давай.
камеру, как вы видели. Все сотрудники набросились. Кто, пожалуйста? Это значит заведующий. Заведующий, пожалуйста. Я сейчас приеду к вам с милицией. Пожалуйста. Я сейчас сам вызову полицию. Я сейчас позову полицию. Полицию? Сейчас. Да. Очень хорошо, я дождусь его. Скрипача сейчас еще сюда скорой вызовем. Земли к тебе. Вот они все набросились и хотели отобрать камеру. Очень хорошо. Почта ваша собственная? Почта ваша собственная? Собственная, да? Сказала собственная. Хорошо, хорошо. Что ты боишься-то? Я с детства боюсь. Злых тетя. Ну что, ладно, на людей не боишься. Ты не мужчин. Тебе человеком нельзя назвать. А мужчина тем более. Спасибо, спасибо. Здравствуйте.